И мы переходим к награждению уже, собственно, непосредственно лауреатов по возрастающей. Мы начинаем с, как бы, с первой ступени, с почетного диплома. Вот, значит, это почетный диплом, можно сразу листнуть дальше. Вот, это книга «Купальная баня» Рогожско-Симоновского района, дизайнер Илья Старков, фотограф Ольга Алексеенко, издатели Илья Старков и Александра Селиванова, и напечатана Можайским полиграфическим комбинатом. Эта книжка, в общем, была принята жюри очень благосклонно, и для нее даже вот выделили несуществовавшую ранее категорию. А может быть, кто-то из членов жюри хочет что-нибудь сказать об этой книге? That's Marga Schoma. We are partners in a graphic design studio in Holland. And it was really nice to be part of the jury of the Sarknia. Maybe it's not well pronounced, but it was really nice to see so many of your books. Здравствуйте, меня зовут Хайко, и мой партнер Марго, мы из голландской дизайн-студии, очень рада быть здесь, приветствуем вас. Okay. This book is a good example of a production with low cost, but a good design. Эта книга хороший пример продукта с очень невысокими затратами на производство, но прекрасным дизайном. Yes. Size paper, like newspaper, and simple typography helps to bring the content in a friendly manner and has no pretensions. Бумага, напоминающая газетную, и простая типографика очень правильно подает контент без претензий, просто напрямую. The way the images were placed is very accurate. И очень аккуратно и точно поставлены изображения. Ну, еще пару слов от другого члена жюри. Да, совершенно как бы маленькая чудесная книжечка, и она на самом деле ужасно важной мне показалась. Да, потому что это вроде бы такая маргинальная зона, да, как бы бани, но она безумно интересная, и видно, как это все, в общем, разрушается, и все это в плохом состоянии, и, в общем, очень было понятно, о чем эта книжка, и она была очень адекватная, и получила бы, наверное, и как бы награду посерьезнее, чем почетный диплом, вот если бы не такая робкая обложка, а так просто исключительно все там сделано. Вот, очень хороший материал, я его почти всю прочел там же прям. Вот. Спасибо. Я так понимаю, никто из... Есть... А, отлично. Мы очень рады, мы поздравляем вас. Спасибо. Очень радостно, что награжденные приходят за наградами. Очень хорошо.